По данной традиции, каждую осень Центр по работе с книжными памятниками Донской публичной библиотеки продолжает цикл выставок под названием «Мастера книжной иллюстрации». И на этот раз экспозиция «Сезанн современной ксилографии» посвящена творчеству русского советского художника Владимира Андреевича Фаворского. График, живописец, искусствовед, а еще Владимир Андреевич широко известен как признанный мастер книжной иллюстрации. На выставке для посетителей представлены замечательные образцы мастерства Фаворского как художника. Это книги из собрания Донской публичной библиотеки. Также в экспозиции есть публикации о творчестве Фаворского и сборников, посвященных искусству книжной иллюстрации и искусствоведческих журналов. Экспозиция расположилась в выставочной зоне второго этажа библиотеки и продолжит свою работу до 27 сентября.